Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони и добро пожаловать на канал. И сегодня в этом ролике мы вместе с вами снова играем на проекте NextRP. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, также при регистрации вашего аккаунта не забывайте вводить мой реферальный код, который прямо сейчас есть у вас на экране. Вводите его также на серваке Сибирский на NextRP, и в этом случае по достижению 5 левела пишите мне в ВК то, что вы играете на серваке Сибирский, то, что вы ввели мой реферальный код и то, что вы достигли 5 левела. В этом случае я на ваш аккаунт переведу дополнительно 50 тысяч рублей в знак благодарности за ввод моего реферального кода. Для этого необходимо написать мне в ВК то, что вы выполнили все необходимые условия, и в случае, если я ваше сообщение не прочитал, то просто напишите мне еще раз, может быть, через день, потому что я бывает, что очень занят и просто ваше сообщение в итоге и не вижу. А также уже после регистрации вашего аккаунта нажимаете на клавишу Escape, далее раздел магазин, и после этого в этом окне вводите промокод, который называется DoniTop. Вводите его также, далее клавиши «Применить», и сразу после этого вы получаете 200 тысяч рублей на свой баланс, а также еще премиум аккаунт на 5 дней. А также, если вы успеете ввести промокодик первым из 5 человек, то вы дополнительно получаете еще автомобиль BMW E34, а также купон X2, который умножает все ваши доходы и опыт на любой работе. Итак, ребят, сегодня в этом ролике я покажу вам все самые секретные способы заработка на NextRP, которые есть прямо сейчас. Ну и покажу, разумеется, как можно максимально быстро поднять свой аккаунт. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Итак, первый способ заработка, в принципе, вы уже поняли. Просто вводите мой реферальный код на своем аккаунте. За это я даю 50 тысяч рублей по достижению 5 левела. Это, разумеется, сделать очень легко. 5 левел поднимается буквально там за пару часов. Также в этом случае вы можете создать 4 аккаунта на NextRP. И, разумеется, если вы на каждом достигнете 5 левела, то на каждый я в итоге переведу по 50 тысяч рублей. Также промокодик DoniTop вводите и получаете на каждый аккаунт деньги. Это самое простое, что может быть, промокодик и реферальный код, за который вы, в принципе, можете поднять реально очень хорошую сумму денег по самое начало игры. Далее, если вы зайдете на NextRP прямо сейчас, то вы получаете кейс сезонного опыта. В этом кейсе хранятся очки NextPass. Вам необходимо его открыть, и из кейса в итоге вы получаете от 4 до 7 тысяч очков NextPass. В идеале, конечно, забирать себе 7 тысяч очков, потому что это сразу 7 халявных уровней NextPass. Вы забираете 7 уровней, и в них у нас есть 2 халявных кейса. В них есть автомобили, если вам повезет, то вы заберете себе классную тачку, это реально очень классный буст для вашего аккаунта, поэтому используйте лайфхак с кейсами, они реально работают. Далее мы заходим в клавишу Escape, и прямо сейчас я покажу вам все возможные бонусы, которые вы реально можете получать совершенно бесплатно в NextRP. Во-первых, на вкладке «Главное» у нас находится вот такой вот раздел «Подарочный кейс». У нас здесь есть 2 халявных кейса, в том случае, если у вас есть прем-аккаунт, который вы, разумеется, получаете благодаря промокодику DoniTop, вы открываете 2 кейса, и вам падают различные бонусы. Бонусы, которые вам необходимы для продвижения вашего аккаунта. В том числе вы получаете там разные ремкомплекты, аптечки, много-много другое. Далее мы идем в раздел «Задания». Здесь я каждому из вас советую пройти все сюжетные задания, которые есть на NextRP. Благодаря им вы получаете деньги, получаете опыт, получаете даже донат. Ну и что самое главное, очки NextPass. Это очень важно. 1000 очков NextPass — это один уровень. Опять-таки, чем больше уровней вы получаете, тем у вас больше шансов выбить халявные тачки из бесплатных кейсов. Заданий здесь очень много, ну и также очень много призов, поэтому выполняйте, это очень важно. Советую все эти задание, разумеется, пройти. Далее заходите в раздел оружия. Здесь вы открываете тоже 2 халявных кейса. Из них вам выпадают оружейные инструменты, либо же патроны, много-много другое. Их можно либо продать, либо использовать. Это уже на ваше пожелание, разумеется. Я бы их продал, потому что оружие мне особо не нужно. Ну а вы, разумеется, уже на ваше усмотрение как бы решайте. Далее заходите в раздел «Ежедневная награда». Здесь у вас есть награды, которые вы получаете, играя просто в NextRP. Например, ежедневная награда, вот которую прямо
сейчас я забираю, это три канистры. Это халявный бензин в ваш автомобиль, вы не будете тратить деньги на то, чтобы заправить ваш автомобиль, это реально очень важно. Далее, опять-таки, благодаря тому, что вы ввели мой промокодик, вы получили халявные премиум награды, и опять-таки вы получаете ремкомплекты. То есть вы это, в принципе, сделали. Отыграв 2 дня, 3, 4, 5 и так далее, вы получаете все более и более крутые награды. Это очень важно. На 27 день вы вовсе получаете 300 косарей, а далее вы получаете еще кейс Майбах. Короче говоря, реально призы очень крутые. Далее сверху у нас есть такая вот полоса, которая показывает наш прогресс за отыгранное время. Вы просто играете в Next RP и получаете награды. Я отыграл уже более часа, поэтому я забираю прямо сейчас себе усилитель плюс 50% денег на любой работе на 1 час. Это классный реально бонус для вашего аккаунта. Ну и, например, я забираю кейс Космос. Халявный кейс, который прямо сейчас мы заходим в раздел магазин, далее магазин кейсов, и вот тот самый кейс, который мне выпал, я просто его открываю. Здесь у нас есть, между прочим, прикольные тачки, куча денег и многое другое. Открываем кейс и смотрю, что в итоге мне выпадает из кейса. Тачки пролетают, я вижу, винилы, деньги я вижу. В итоге мне выпадают деньги, но это неплохо, опять-таки лучше, чем ничего. То есть просто отыгрываете какое-то время и получаете разные награды. Далее переходите в раздел, который называется «Фестиваль Азарт». Возможно, когда вы смотрите это видео, стартовал новый фестиваль, в принципе, неважно. Здесь суть одна и та же. Вы просто играете в Next RP, отыгрываете время и вы получаете монетки. Монетки, которые вы можете обменять на автомобили, либо же на халявную рулетку. Чем больше времени вы отыгрываете в Next RP, тем больше вы получаете монет. Заходите в фестивальное колесо. Давайте я открою одно колесо и посмотрим, что мне прямо сейчас выпадет. Здесь реально могут выпасть очень классные награды, и в итоге мне выпадают 2 недели прем аккаунта. Это реально очень классный буст для вашего аккаунта, поэтому советую этим тоже пользоваться. Также на главной странице среди всех предложений ищите такую менюшку, которая у нас называется вот таким образом, а именно «Путь к успеху». Здесь вы можете на халяву опять-таки лутать различные деньги и много-много другое. Вы получаете так называемые очки успеха. Они даются за выполнение заданий, либо же когда вы тратите донат. Разумеется, проще всего просто выполнять задание. Вы нажимаете «Сделать ход», у вас бросается кубик, выпадает какое-то число, и у вас происходит ход. И вы получаете какую-то награду, разумеется. Например, я залутал 50 тысяч рублей, максимально вот просто ничего особо не делая. Ну, разумеется, главная награда всего этого – это Lamborghini Gallardo. Ребят, в этом ролике я показал вам, что на Next RP есть огромное количество возможностей, как можно максимально быстро поднять свой аккаунт, не имея вообще ничего, не имея ни бизнеса, не имея толком работы даже в Next RP. Здесь реально можно накопить себе на какой-то более-менее простой автомобиль, купить его просто ничего не делая. Когда я называю простой автомобиль, я имею в виду реально классная иномарка, там какая-нибудь Audi, BMW и так далее. Друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Это очень важно. Всем удачи и всем пока-пока.